Высказывайте свое мнение. Участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены извне. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Ну что же, уважаемые дамы и господа, как и обещали вам на прошлой неделе, сегодня у нас внеочередное под неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец, участники, все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Ну и вы нас можете слышать на нашей веб-страничке radionvc.com. Видеть и слышать на нашей Facebook-страничке Radio NVC, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале Radio NVC, зайдя на который, пожалуйста, нажмите кнопочку регистрации или subscribe. Нам это будет очень приятно. Мы будем видеть, что вы уважаете, любите, цените и слушаете наш YouTube-канал. Так что это такие вроде бы все орг-вопросы. Программа или, как сказать, состав нашей программы сегодня, он достаточно обширный. Очень много всякого интересного происходит сегодня в Соединенных Штатах. И в мире, конечно. Поэтому давайте начнем. А начнем мы с самого главного сегодняшнего события. Наш президент Дональд Трамп сегодня официально объявляет о начале своей предвыборной кампании. Ну, те, которые знают, следят за действиями Дональда Трампа, вы знаете, что он, в принципе, никогда и не прекращал. Он начал свою предвыборную кампанию в тот день, когда его выбрали, когда произошла инаугурация. То есть он, выполняя свои обещания, он, конечно же, их выполнял, во-первых, потому что он хочет, чтобы у нас в стране действительно как-то все уладилось, как-то все шло достойно и красиво, и нормально, и здорово. Но, тем не менее, конечно же, он обожает свои собрания своих избирателей, которые он называет rally. И он просто живет тем, что вот он общается с людьми напрямую, без всяких посредств массовой информации, которые, в принципе, ему не очень-то соблаговолят, или, если точнее быть, совсем не соблаговолят. Поэтому он обожает общаться со своими избирателями напрямую путем вот таких собраний. Так вот, на сегодняшнюю rally было подано 100 тысяч заявок на билеты для того, чтобы попасть на саму rally. К сожалению, было выпущено только 20 тысяч билетов. Это то количество, которое в себя может вместить то помещение, где он будет выступать. Поэтому для всех остальных будут на улице выставлены огромные телевизионные мониторы, где люди смогут наблюдать за всем тем, что происходит во время его выступления. Кстати, там же будут выступать разного рода музыкальные группы. Там можно будет и покушать, будет
очень много так называемых поставщиков еды. Так что, в общем, будет очень интересное и зрелище, и событие. Но почему я об этом сегодня говорю? Да для того, чтобы вы поняли разницу между популярностью нашего президента и всеми теми, которые пытаются как-то выиграть праймериз от или предвыборную кампанию от демократов. Значит, если, как я уже сказал, 100 тысяч было подано заявок на демонстрацию в пользу Трампа, то все остальные еле-еле собирают там буквально даже не в тысячах, а в сотнях людей. Кто-то собирает 200-300, кто-то собирает 300-400, но не больше. То есть, как бы демократы не хорохорились, я сегодня, кстати, слушал выступление одного демократа, он был в команде политтехнологов администрации Обамы. И, ну, просто интересно слушать. То есть, знаете, как говорится, ну, вот делают хорошую мину при плохой игре. Не потому что я как-то предвзято к этому отношусь. Я пытаюсь просто констатировать факты. То есть я не тяну ни в одну, ни в другую сторону. Я говорю то, что вот, то, что говорят факты. Ну, вот этот человек, значит, который был в администрации Обамы, он начинает рассказывать про Джо Байдена, что он полная противоположность Трампу, если Трамп это показушник и эгоцентрист и так далее, то Байден заботится, вот чувствуется в его выступлениях, как он заботится о людях, как он заботится о людях, у которых с тяжелой судьбой, с низкими зарплатами и так далее. Ну и вот интересно, нужно отдать должное ведущей Fox News Марти Маккаллум, которая очень интересно задала, очень мягко, очень интересно. Те, которые ее слушают, вы знаете, что это женщина очень, во-первых, симпатичная, во-вторых, вот она действительно женщина-женщина, такая, знаете, очень женственная, очень мягкая, мягко разговаривает. Ну, вот она по-своему, по-женски задала ему вопрос этому человеку, скажите, пожалуйста, а вот, ну, вот конкретнее можно узнать, вот в чем выражается забота Байдена о людях с тяжелой судьбой? Ну, и начались просто обыкновенные так называемые talking points. Ну, вот вы понимаете, он переживает за людей с низкими зарплатами, которые живут paycheck to paycheck и так далее. Ну и Марта очень красиво, очень в такой мягкой форме сказала, ну вы же понимаете, то есть он, у него было 8 лет для того, чтобы создать для этих людей какие-то условия, чтобы они не так мучились, чтобы они не так тяжело жили. Ну, к сожалению, за 8 лет он ничего так и не сделал. А где же, почему вдруг сейчас он так вдруг начал заботиться об этих людях? В то время как Трамп не просто заботится, а Трамп полностью делает все для того, чтобы этим людям жилось лучше, чтобы им жилось легче, спокойнее, чтобы была какая-то уверенность в будущем. Ну, конечно же, этот человек тут же, он понял, что он немножко не туда клонит, и он сразу сказал, ну, вы должны понять, я же не выступаю от лица Байдена, я просто говорю свои, рассказываю о своих наблюдениях. Ну, в общем, я вам скажу, дорогие друзья, вот честно, я просто не могу дождаться того момента, дай бог, чтобы Байден победил у себя в праймериз. Я до сих пор в этом очень сильно сомневаюсь, потому что, ну, во-первых, он недостаточно левый, во-вторых, он действительно, ну, человек, который
То есть, ну, со мной могут спорить очень многие, что вот он невозможно быть глупым человеком, добившись того, что добился Байден. Ну, я вам с вами могу поспорить, скажу, что возможно. Почему? Потому что, особенно в политике, возможно все. Посмотрите на Окасио-Кортес, посмотрите на Адама Шефф, посмотрите на Ильхан Омар, посмотрите на многих представителей так называемой Нижней Палаты, которые, в принципе, из себя ничего не представляют. Ну, вот их выбрали и выбрали. Так вот, Джо Байден — это человек, который, ну, опять же, я не хочу вдаваться в его, прошу прощения, историю жизни, но человек, который постоянно как бы пристраивается к какому-то движению, и вот так постепенно его проталкивают. Почему? Потому что он такой, знаете, не безобидный, ни на что не влияющий, не противостоящий никому. То есть вот такой плывет себе там по течению, и все. Поэтому я не считаю его слишком умным. Он, во-первых, никакого, то есть понятия не имеет о бизнесе, чисто потому что человек, который никогда в жизни бизнесом не занимался. Просто, чтобы вы поняли, он сразу после колледжа, получив лиценз адвоката, он очень быстренько сумел подсуетиться и устроиться по политической линии, по партийной линии. И все. И вот он всю жизнь чиновник, бюрократ, человек, который абсолютно ничего не создал во благо никого. И вот он вот так вот был там 40 лет, сидел в сенаторах, потому что, в принципе, против него там особенно никто не выступал в штате Делавэр. И вот он попал, пытался избираться на пост президента в 88 году. Конечно же, не попал. Почему? Потому что, ну, вот набрал меньше 1%. В принципе, ну да, знаю, Джо, есть такой Джо Байден, все. Да он, в принципе, и до, если бы не администрация Обамы, если бы его Обама просто не вытащил из этого нафталина, не отряхнул и не поставил своей фигурой номер два, он, в принципе, из себя ничего не представлял. Если вы посмотрите на его профессиональную деятельность, он всю жизнь цеплялся к чьему-то предложению, то есть у Байдена, лично у Байдена, в принципе, не было никаких толковых ни предложений, ни билов. Он постоянно там цеплялся каким-то хорошим предложением или нехорошим предложением. Кстати, в его случае в основном все те предложения, к которым он пытался присоединиться, они в основном все сегодня считаются абсолютно никчемными, ненужными. Ну, в общем, короче говоря, это человек, который вот во время Обамы, да, он расцвел, вдруг его имя опять узнали, потому что два раза он пытался баллотироваться на пост президента, оба раза провалился с сумасшедшим треском, набрав меньше 1% голосующих. Вот. Ну, в общем, я бы с удовольствием хотел бы посмотреть на вот это вот противостояние Трампа. Вернее, я бы это даже не назвал противостоянием, это будет просто чисто избиение младенца. Потому что, ну, я честно не верю в то, что Байден, что у него даже хватит сил, как говорится, keep up, то есть вот работать в том темпе, в котором работает Трамп. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Алло, алло. Да-да, говорите, пожалуйста. Если вы слыхали, какую осану Байдену поют русские, они говорят о том, что он лидирует, и что он серьезная угроза Трампу, и так далее, и так далее.
Почему они делают на него ставку, непонятно. Но то, что в России говорят о том, что Байден – это серьезная фигура, это я уже слышал не первый раз. Я вам скажу, почему. Да, я вам скажу, почему. Это абсолютно не так сложно вычислить. Если вы когда-нибудь посмотрите передачу, допустим, «Время покажет», вы поймете, что все, на что они опираются, вот если они говорят об Америке, или если они говорят о том, что происходит в Америке, они опираются на программу CNN. Все. Вот это все, что они цитируют, это все, что они смотрят. Дальше. У них в студии сидит два полнейших, вот я вам скажу честно, я не люблю ругать людей, но по-другому их не назовешь. Два абсолютнейших дебила американских в виде Майкл Бом и Майкл, там еще один какой-то с польской фамилией. Два человека, которые абсолютные демократы, которые абсолютно ненавидят Трампа. То есть, действительно, вот ненавидят Трампа. И, кроме того, что им платят за то, чтобы они говорили то, что нужно ведущим, они еще и от себя честно и честно ненавидят Трампа, они его ругают там всякими, что ни, почем не есть словами, и заявляют, что было бы, конечно, лучше для российско-американских отношений, если бы президентом стал Байден. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем, что Обама абсолютно толерантно, абсолютно спокойно относился к русским. Он им не противостоял, он ничего вообще не палец о палец не ударял для того, чтобы как-то с русскими найти какую-то, ну, способ с ними совладать. Поэтому русские сегодня считают, что Байден, будучи наследником Обамы, что это будет вот такой же тряпка абсолютная. Вы же знаете, русские никогда никого не уважают, тех, которые работают с позиции силы. Вот они уважают всех тех, которые перед ними там ползают и лижут им подметки. Вот их они уважают. Ну вот они считают, что Байден — это наследие Обамы, который к ним именно так и относился. И поэтому они за него там топят. Ну, it's okay, ничего страшного. Я думаю, что нас меньше... Можно еще вопрос? Да-да, пожалуйста. Как вы считаете, неужели Америка не договорится с Китаем ни о чем? Ведь практически то, что Китай стал таким Китаем, виноваты сами американцы. И, ну, Трамп с позиции своей, своего понимания, я не знаю, насколько он хотел дружить с Китаем, но он понимал, что этого делать нельзя. Нельзя Китаю давать возможность поднять голову. Да. Но это же произошло. Да. Так что теперь дело американцев решить вопрос, как выйти из той ситуации, которую они сами и создали. А безвыходных положений, как мы знаем, не было. Ну, я отвечу, давайте мы сделаем так. Если вы не возражаете, послушайте по радио, я сейчас приму еще один звонок и обязательно отвечу. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам, ну, как по вопросу. А как вы считаете, каковы шансы Берни Сандерс вот в этой гонке за президентские выборы? Окей. Это, кстати, очень классный вопрос. Спасибо вам за него огромное. Я объясню, почему. Если вы спрашиваете, какие шансы у Берни Сандерс быть номинированным от партии демократов, я бы сказал, у него шансы в принципе есть. Я не могу сказать, что они хорошие, но они, по крайней мере, есть. А вот если вы у меня спрашиваете, какие у него шансы победить Трампа, то я вам скажу, абсолютно нулевые. Это, опять же, я выражаю чисто свое мнение по тому, как, по тому, что я наблюдаю происходящее вокруг меня, по тому, что говорит Берни Сандерс. Потому что если мы проанализируем то, что пропагандирует Берни Сандерс, ни один нормальный человек, то есть я имею в виду нормальный, в смысле человек, который здесь вырос, у которого родители тяжело работали, чего-то добились, то ли работая на кого-то, то ли
раскручивая свои бизнесы. Эти люди нормальные, они в жизни не пойдут за Берни Сандерс. Почему? По одной простой причине. Все прекрасно понимают, как говорится, все, которые сегодня успели устроиться на работу, они прекрасно понимают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Наши молодые... Я как бы с вами согласна, но за него не пойдут голосовать нормальные люди. За него пойдут голосовать, наверное, демократы, которые, у которых совершенно другие взгляды. То есть вот как бы... Нет, я с вами не спорю. Насколько реально. Я с вами согласен. За него пойдут, я вам скажу, кто за него пойдет голосовать. За него пойдут голосовать в основном молодежь. Я имею в виду вот студенты выше 18 лет, но еще, то есть те, которые учатся в колледже, не те, которые пошли на работу. Значит, за него будут голосовать вот эти студенты, за него будут голосовать бездельники, которые понимают прекрасно, что, прошу прощения за такое выражение вульгарное, на шару намного легче жить, чем пытаясь что-то создать. То есть вот это его избиратели, понимаете? Поэтому, а таких совсем немного, поверьте мне. Я с вами не согласна в том плане, что моя дочь, она не студентка, она работает очень тяжело. И когда вот были выборы выбирать Клинтон или Трампа, то есть она мне несколько раз говорила, что она послушала Берни Сандерс, и она как бы вот если бы он... был, а не Клинтон, то она бы 100% за него голосовала. А вы задайте своей дочери, просто ради интереса, если у вас с ней, я надеюсь, нормальные отношения, в смысле, с ней можно сесть и поговорить, так, резонно, вот задайте ей вопрос, почему? Вот что она видит в Берни Сандерс, то, чего она не видит в Трампе или в Клинтон? Только то, что он хорошо говорит. У него сладкие речи, что называется. И когда заходит об этом разговор, то очень тяжело как бы аргументировать, потому что тебе разве не хочется, чтобы там в таких-то ситуациях тебе кто-то помог? Тебе разве не хочется, чтобы тебя поддержали в таких-то ситуациях? Очень тяжело как бы... А тут... Нет. Вы поймите, вы как раз наоборот, не именно по этому поводу... И не нужно аргументировать, потому что на ее аргумент «Неужели ты не хочешь, чтобы тебе кто-то помог в тяжелой ситуации?» можно абсолютно спокойно ответить. У нас и без Берни Сандерс на сегодняшний день полно социальных программ, которые помогают людям безработным, которые помогают людям, у которых нет денег купить медицинскую страховку, которые помогают людям... у которых, допустим, дети ходят в школу, а денег купить ланчи нет. У нас и без Сандерс есть программы, которые работают. Но разница между тем, как мы живем сейчас и как мы будем жить при Берни Сандерс, только в одном. Вот спросите у вашей дочки, сколько она согласна еще доплачивать из своего чека в счет социализма, для того, чтобы жить так, как она себе это представляет. Ну, вот сколько? Допустим, она сегодня, с нее высчитывают, например, там, 24%. Ну, допустим. Ну, с нее почти под 40 высчитывают. Окей. И вот. Она это знает. Так то вот вопрос. Она согласна... Она была, когда первый раз увидела свой чек, да. Сколько с нее так вот вычитали. Теперь спросите у нее, а она согласна, чтобы вот эти 40% превратились в 90%? Да. Вот и все. Элементарный вопрос. Почему? Потому что, да, она будет жить при Сандерс так, как он обещает, но сколько ей это будет стоить? Вот в чем вопрос. Это просто цена, вопрос цены. Вот и все. С ней не нужно хороший ругаться. Аргумент. Конечно. Спасибо. Конечно. Всего вам хорошего, удачи. Так, вот у нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я бы хотел посоветовать этой женщине спросить у дочки, как ее дочка себе представляет. Она заканчивает бесплатный адвокатский курс, становится лоером и начинает зарабатывать вот эти вот сотни тысяч в год, и получив бесплатное образование. Тогда ты уж будь и лоером бесплатным. Или она представляет себе, это хорошо, адвокатура.
а медицина? Бесплатная медицина. Человек 12 лет проучился. Кто? Она считает, что ей должны будут платить большую зарплату только лишь потому, что она имеет звание врача. Как это люди себе представляют? Значит, медицина бесплатная, но врачи, зарплата у врачей. Откуда деньги? Где деньги, Зин? Да? Абсолютно. Спасибо большое. Ну, я очень рад, действительно, честно рад, что у нас вот такие радиослушатели, которые абсолютно адекватные, которые все прекрасно понимают. И поэтому с молодежью, конечно, общаться сегодня нелегко. Почему? Потому что, опять же, с ними общаться легко, если аргументировать не «ты там ничего не знаешь, ничего не понимаешь» или «ты еще молодой, что ты знаешь в жизни». Нет, это для них не аргумент. Для них аргумент – это вот сесть и просто спокойно на бумажке сесть и посчитать. Они люди взрослые, люди адекватные. Но если они переходят на личности, это просто им можно сказать: «Ребята, понимаете, вы теряете, проигрываете аргумент, потому что вы уже начинаете переходить на личность». Ну, вот такого типа. Дорогие мои друзья, давайте мы сделаем такую вещь. У меня две линии горят. Давайте я сейчас, пожалуйста, подождите или перезвоните. Мне нужно уйти на рекламную паузу, и обязательно к вам вернемся. Полезная информация на народной волне. Они уже здесь. Мощные покорители дорог, рожденные для жизни в каменных джунглях и на бездорожье. Автомобили Nissan – это сочетание мощности и экономичности, комфорт и солидный образ. Автомобили Nissan – для свободных и успешных людей. Автодилерская Arlington Nissan предлагает новые или сертифицированные кроссоверы, седаны, внедорожники. Покупая автомобиль на Arlington Nissan, вы сможете сэкономить более чем когда-либо. Даже те, кто покупает машину впервые, уедут на ней в тот же день и с платежом, соответствующим вашему бюджету. Спешите позвонить 847-590-6100. 590-6100. Arlington Nissan 1100 West Dundee Road, Arlington Heights. Настоящие профессионалы выигрывают максимальные, выше всех ожиданий, компенсации за травмы и увечья, полученные беспомощными резидентами домов престарелых. 847-418-2020. Фирма Бориса Парада. Опыт, знания, победы. 847-418-2020. Оплата адвокатам от выигранной суммы. Жемчуг – это стиль, элегантность, роскошь и хороший вкус. Красоту вечернего наряда особенно подчеркнут большие жемчужины в серьгах и кольцах или длинная нить в стиле Коко Шанел. В ювелирном салоне Демода сейчас настоящая выставка восхитительных украшений жемчугом. Кольца, браслеты, колье и серьги с огромными блестящими белыми и черными жемчужинами от 3 до 20 мм в диаметре. И только до конца июня Демода предлагает скидку 50% на все изделия с жемчугом. А к тому же, с каждой покупкой вы получаете в подарок жемчужину, которую вы сможете поставить в кольцо или подвеску. Приезжайте. 337 East Dundee Road в Веллинге. Телефон 847-459-5915. Маэстро. Музыку. Маэстро ланч. Маэстро банкет. Маэстро корпоратив. Весь спектр приятного отдыха в ресторане «Маэстро». Вас, несомненно, порадуют новые вкуснейшие блюда от шеф-повара и полностью обновленный интерьер. А на второй этаж теперь поднимайтесь на лифте. Приезжайте со вторника по пятницу с 11 до 3 на вкусные и сытные бизнес-ланчи. По воскресеньям – фирменные бранчи. А также заказывайте проведение корпоративных мероприятий и самых ярких и незабываемых семейных праздников. Дни рождения, юбилеев и свадеб. Живая музыка поддержит атмосферу вашего праздника. Ресторан «Маэстро». Приезжайте. 500 Энтони Трейл в Норсбрук. Телефон 847-272-8111.
И шкаф, и этот диван, и вон тот стол. Все возьмем. Конечно, все возьмем. Потому что в мебельном салоне Vogue Furniture for You проходит грандиозная распродажа. Впервые за 25 лет скидки до 50% на мебель и аксессуары, представленные в шоу-рум. Торопитесь, покупайте мебель и считайте выгоду. Vogue Furniture for You, 1800 North Rand Road, Palatine. Первый блок севернее Данди. Телефон 847-259-3300. Сайт voguefurniture.com. Вы услышали эту рекламу? Значит, услышали и другие. Размещайте рекламу на народной волне. 847-480-0023. Ну вот, время пролетело незаметно. Спасибо за то, что остаетесь с нами, за то, что нас слушаете, за то, что участвуете. Номер телефона в студии 847-400-5200. У нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Добрый. Ну, самый животрепещущий вопрос, наверное, для многих. Как идет расследование, когда мы что-нибудь узнаем? Значит, я вам скажу такую вещь. Расследование идет полным ходом, потому что постоянно, то есть не просто находят новые доказательства, новые показания. Очень многие люди, как я говорил в прошлый раз, многие люди, которые вообще участвовали в разных процессах, связанных вот с этими выборами 16-го года, с слежкой и так далее, очень многие люди, которые уже поняли, что опасность, как говорится, миновала, в смысле, можно все-таки начинать потихонечку выдавать информацию на гора. Ну, вот, допустим, сейчас появилась новая информация о том, что в том, как себя вела Хиллари Клинтон с ее вот этими серверами и со всеми делами, уже нашли 30... Вот посчитайте, 30 случаев нарушения безопасности страны, так как информация, которую получали, которую выуживали из ее серверов, которые были незаконно установлены, она несла именно, то есть вот эта информация и была нарушением безопасности страны. Значит, из 30 уже доказанных, найденных случаев, 27 это именно тех, где недружеские нам государства в виде России, Китая и Японии, если я не ошибаюсь. Короче, выуживали информацию в 27 случаях, в 23, прошу прощения, и 7 случаев такой, ну, легкого нарушения закона. То есть, к чему это все говорю? Идет абсолютно постоянно, идет расследование. Еще раз, тот факт, что мы не видим пока что рапорта Хоровца, это абсолютно нормальное явление, потому что, во-первых, нам сказали, что где-то к середине июня, к концу июня, так что, во-первых, еще есть время, а во-вторых, еще раз, эта информация должна быть проверена, перепроверена, она должна быть отредактирована генеральным прокурором нашей страны перед тем, как мы что-либо узнаем. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Две вещи хочу сказать. Вот вся эта буча, которая в течение стольких лет происходит, раскрученная демократами, это, знаете, как на варе шапка горит. Они прекрасно знают, что рыло у них не только в пуху, но и в перьях. Конечно. И поэтому все это раскручено против него, потому что, не дай бог, на них не пало подозрения. Да. Это первое. А второе, как адвокат дьявола, я хочу задать вопрос. Вот уже какая уже третья перестановка в исполняющем обязанности министра обороны. Вообще-то министр обороны, это же войти в курс дела всех
подразделение, это большая работа. И вот только что, значит, ушел этот новый, и он назначает третий. Вот это не есть хорошо, на мой взгляд. Ну, давайте говорить так. Есть вещи, с которыми просто, ну, как говорят наши друзья украинцы, хибаш винен, мусиш. То есть, ну, разве, ну, не виноват, но надо делать. Поэтому, ну, меняется министр обороны, ничего страшного. Во-первых, не у всех одинаковая идея о том, как должны себя вести министры обороны и что они должны защищать, особенно в это нелегкое время. Прекрасно понимают ситуацию с Ираном, прекрасно понимают ситуацию в Африке, прекрасно понимают ситуацию в Сирии. Поэтому, то есть, когда выбирают министра обороны, он должен быть не просто действительно хорошим стратегом, знающим. Да, я говорю, это уже третье назначение. Ничего страшного, будет пятое, понимаете, будет... Это не важно, это же... Это абсолютно... Да, спасибо вам большое. Это абсолютно не важно, сколько их, сколько они есть. Главное, что они есть. Было бы намного хуже, если бы мы сказали, ну все, ребята, перепробовали всех, никого больше не осталось. Вот это, да, это тяжело. А до тех пор, пока ищет человека, который не только знающий, понимающий, умеющий, но еще и находящийся на одной волне с администрацией президента, ну, видите, вот попробовали одного генерального прокурора, ну, не получилось. Взяли второго, ничего страшного, нормально. Поменялись два директора ФБР, поменяли на третьего, которого я тоже не уважаю, но я так понимаю, что его взяли как бы в попыхах, потому что слишком быстро увольняли предыдущих. То есть это абсолютно нормальная вещь. Вы смотрите, Обама и перед ним администрации меняли не только генеральных прокуроров. Вот есть, мы все помним, что при Клинтоне была это Дженнет Рино, которая из-за того события в Вейко, Тексас, чуть не полетела с поста, ну, сумела удержаться. Была такая Мэдлин Олбрайт, которая вообще непонятно за кого она боролась, что она делала. Ну, была. Понимаете, то есть Secretary of State. Ну, была вот у нас Хиллари Клинтон, Secretary of State, так что Обама должен был повеситься. Ничего страшного, все нормально. То есть, когда происходят перестановки, главное понимать, почему они происходят, и на этом строить свою следующую стратегию и политику. Ну, а насчет, опять же, быстренько, чтобы закончить тему расследований. Расследования идут, Дорхам постоянно выдает... То есть, вы еще раз поймите такую вещь. На сегодняшний день... Пока что нет никаких утечек информации, поэтому нам кажется, что ничего не происходит. Вещи происходят, просто мы о них узнаем не в виде утечки информации, а именно потому, как эта информация поступает в либо средства массовой информации, либо преподается самим аппаратом генеральной прокуратуры. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. За передачу. Спасибо. А как вам нравится, что взяли за ЦРУ? Мне это очень нравится. Я хочу, вот честно, двух людей, которых бы я действительно хотел увидеть за решеткой. Двух. Бреннан. Бреннан и Клэпер. Вот этих двух негодяев. А? Коми. Вы знаете, я понимаю, мы можем называть Коми, Страк, Пейджет и все, как говорится. Я хочу Недлера. Ну, Недлера вроде бы пока не за что. Но вот... Ну, я бы хотел. Другой раз? Да-да-да. Хотеть не вредно, к сожалению. Не могу найти тот угол, куда можно стать и похотеть. Но вы понимаете, вот этих два негодяя, Клэпер и Бреннан, это люди, которые руководили двумя самыми такими важными агентствами
одно по национальной безопасности, второе это центральное разведывательное управление. Это люди, от их поведения зависит вся контрразведка нашей страны. Все боролись вместе против Трампа. Да. Это уму непостижимо. И если вы помните выражение... Это настоящая контрреволюция была задумана. Да, это был абсолютно тихий переворот. Если вы помните выражение Шумера, который предупредил как бы Трампа по-дружески, что нельзя ругаться с контрразведкой, потому что у них есть 6 путей от воскресенья и до следующего воскресенья, чтобы вас смешать, просто в пыль стереть. Понимаете? Это было дружеское напоминание. Поэтому вот эти два просто должны... Ты понимаете, почему я не так против Коми? Коми — это внутриамериканский аппаратчик. Ну так он же и занимался слежкой, его же аппарат занимался слежкой. Да, но он занимался слежкой... В большей степени, чем, мне кажется, ну неизвестно, кто в большей степени, это нельзя сказать. Нет. Точно так же, как и ЦРУ. Смотрите, не точно так же. Вот смотрите разницу. Погодите, Анатолий. ФБИ прекратило дело против Клинтона, и когда это дело, вы сами говорите, что значит вы говорите, об этом все знают, и демократы, и республиканцы, что ей место до конца дней... Минуточку, а у меня к вам, а у меня к вам вопрос. Секундочку. Да. А мы знаем четко, что это именно FBI, которое прекратило дело, или это Лоретта Линч, как генеральный прокурор? Вы знаете... Вот видите, вот вы задумались. В таких случаях в демократической стране, когда твой начальник тебе приказывает нарушить закон, да, ты должен уйти с этого поста. Он не ушел. Это значит, другой разговор. Подождите. Значит, он, да, он нарушил закон. Нарушил закон. Он просто пошел, вместо того, чтобы как-то это выдать в Конгресс или еще куда-то, ему приказали, он сделал. Значит, совершенно верно. У нас в стране существует такое правило. Если солдат видит, что приказ начальства незаконный, он не должен его выполнять. Это в нашей стране. Угу. А тем более он не солдат, он просто подчиненный. Okay. Он просто бюрократ. Большой бюрократ, огромный бюрократ. Он не должен выполнять законы, он не должен выполнять указания, которые противоречат закону. Еще раз, вы послушайте меня секундочку. Я понимаю, о чем вы говорите, я с вами не спорю. Я вам просто пытаюсь навести на мысль о том, что нельзя просто вот так огульно говорить, вот он нарушил, вот он идет в тюрьму. Ну хорошо, но у него была Лоретта Линч. У Лоретты Линч был Обама. Правильно? То есть, если мы уже идем по цепочке, то идти нужно по цепочке, начиная с головы, а не с середины. Понимаете? Совершенно верно. Вот к чему я это веду. Да, я с вами согласен, но просто они все должны сидеть. Вот, это другой разговор. Да, вор должен сидеть в тюрьме. Согласен. Спасибо большое. Но, тем не менее, вот почему меня раздражают Бреннан и Клэппер, потому что вот эти два негодяя, которые имеют просто неограниченные связи именно национальной безопасности, вот они должны понести самое суровое наказание, потому что и один, и второй обвинили президента в измене Родины. Вот почему я к этому так отношусь. Теперь мы обсудили по поводу расследований, я думаю, что я ответил на этот вопрос, по поводу, как общаться с молодежью, что ей там говорить, это я тоже думаю, мы адекватные люди найдем, что им сказать. Теперь, интересная вещь, опять же, из того, что происходит сейчас в Демократической партии, я имею в виду, у них в их вот этом предвыборном гнезде. А там, опять же, начинается уже вскрытие банки пауков,
И уже те три человека, которых вообще отстранили от дебатов, если вы следите за этим, вот эти люди уже начинают жаловаться на комитет Демократической партии за неправильное отношение к себе же. Они считают, что все должны были быть допущены до дебатов, а потом постепенно отсеиваться. Ну, в общем, вот вам, пожалуйста, просто показывает лишний раз лицо демократов, которые вроде бы как бы и заодно, но как только им наступает на пятки или на мозоль, на любимую, вот тут начинаются уже проблемы. Так вот, трое уже отпали от дебатов. Теперь остальных поделили на три группы. И вот будет интересно посмотреть. Основная первая группа, там идут ребята типа Буттиджидж, типа Камала Харрис, типа Кори Букер, типа Берни Сандерс, Джо Байден и так далее. Ну и вторая группа, которую возглавляет пока что Элизабет Уоррен. Так вот, интересная вещь. Вчера в газете Washington Times, мы все знаем, что хозяин этой газеты это Bezos, то есть Amazon. Так вот, там была огромнейшая статья про Элизабет Уоррен. И самое интересное то, что, как было подсчитано, там статья состояла что-то около, ну, чуть ли не из 8 тысяч слов. То есть это огромная, обширнейшая статья, которая описывала ее биографию, которая описывала ее политическую жизнь и так далее, и ни одного слова не было сказано о вот этом казусе и причине, почему ее начали называть Покахонтас. Вот вам, пожалуйста. То есть, вы себе представляете, Трамп, я прошу прощения, не успеет испортить воздух где-нибудь там в Китае, как буквально через 2 секунды вся Америка уже его мешает с дерьмом, уже все обо всем знает. Тут человек, который просто незаконным путем, обманным путем получил место в Гарварде, место профессора в Гарварде, только потому, что она назвала себя меньшинством, то есть вот индейцы, они считаются в Америке меньшинством, так вот, получив свое рабочее место незаконным путем, об этом не было сказано ни одного слова. Вот вам, пожалуйста, отношение демократов к своим и отношение демократов к чужим. Теперь, сейчас, я не знаю, многие ли из вас следят за этим делом, я, как говорится, сейчас вброшу это в эфир, а обсудим мы это все после рекламной паузы, но сейчас с новым оборотом начались обсуждения ситуации по репарации черных или черным. Ну, мы все прекрасно знаем, что все вот эти левые, которые сегодня якобы борются за пост или за номинацию президентства, они просто там разрывают всех напополам, крича о том, что вот они с удовольствием бы подписали закон о репарации черных. Ну вот мы об этом обязательно поговорим после рекламной паузы и после Station ID. Так что оставайтесь с нами. Я думаю, что еще очень много интересного у нас с вами впереди. Ну что ж, мы возвращаемся в программу «Неполиткорректное ток-шоу». Номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, звоните, будем общаться. Ну, а пока звонков нет, вот хотел бы обсудить вот этот вопрос по поводу репарации черных или черным. Ну вот очень многие уже буквально готовы подписать закон о репарации. Вообще, так интересно, вот люди еще не обсуждали вообще ни
саму идею, не то, как это воплощать в жизнь, не то, как это будет вообще выглядеть, а суммы, в каких размерах, кому сколько, это будет одна одинаковая сумма для всех, или это будет, то есть вообще обсуждений не было, никто ни о чем не говорит, но зато помните, как в хорошем добром фильме «Операция», прошу прощения, «Другие приключения Шурика», ликеры водочные, я, строительный, я. В общем, короче, все готовы броситься в объятия к чернокожим по возмещению их ущерба, но никто еще толком не знает, откуда, зачем, куда, кому и сколько. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло? Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, по-моему, то, что их содержат на велфере, это уже хорошие репарации. А те нормальные среди них, которые работают, учатся, это нормальные люди. Зачем какие они и не думают о репарациях? Конечно. Что это за чушь такая предвыборная у демократов? Я так считаю. Спасибо вам огромное. Вы абсолютно правильно считаете. Я с вами согласен. Я вам больше скажу. Был поднят один очень интересный вопрос. Причем этот вопрос был поднят, опять же, ведущей Fox News Лорой Ингрэм. И задала на этот вопрос профессору Гарвардского университета, профессору права, господину Весту. Она задала классный вопрос. Ну хорошо, вот мы решили дать репарацию потомкам рабов. Теперь вопрос. Ну вот приехал, допустим, человек из Ганы, там, 20 лет тому назад. Ему как, будем платить или не будем? Он же ведь тоже черный. То есть получается, если мы ему не будем платить, то мы его как бы выделяем от общего количества человек. Дальше. Вопрос такой. Насколько мы должны глубоко копать для того, чтобы выяснить, и сколько мы должны для этого потратить денег, для того, чтобы выяснить, действительно ли они являются потомками рабов. То есть, ну вот у меня, например, такой вопрос. Я не потому, что я не хочу никого унижать. Я опять же, я просто чисто вот оперирую фактами. Очень много чернокожих, афроамериканцев, не хочу называть их афроамериканцев, потому что, ну, не из Африки они, ну, хоть вы меня убейте, ну, неважно, которые просто чисто тупо не знают, кто их папа. Понимаете? О чем я, то есть вы поймите меня правильно, о чем я говорю. Действительно, это правда. Очень много. Те, которые не верят. Ну вот посмотрите, ради интереса, такое смешное шоу типа «Море Пович». Да? Дерутся, до драк доходит, пытаются выяснить. Она там переспала с 18 мужиками, непонятно, кто из них папа. То есть они не могут понять, кто папа, а как же они будут доказывать, что они потомки рабов. Ну как? Ну не будут они, то есть вот это я не понимаю, кто за них должен доказывать правительству или государству о том, что они потомки рабов. Значит, одно из двух. Они это делать не будут, значит, это должно будет сделать государство. Государству это будет стоить денег, причем немалых денег. Значит, кроме того, что мы им должны будем установить какую-то сумму по репарациям, мы еще должны будем потратить наши же деньги. А наши, я говорю, почему? Потому что это будут деньги налогоплательщиков. Вот сколько я должен потратить из своего кармана для того, чтобы доказать, что какой-то черный или афроамериканец является именно потомком раба, а не
человеком, который, а не потомком человека, который сюда приехал, допустим, в 1879 году. Вот как я буду это доказывать, понимаете? Вот почему я вообще не понимаю, о чем идет разговор, когда говорят о репарациях. Я не понимаю. То есть, я понимаю, когда вот евреям, пострадавшим во время Второй мировой войны, и то только тем, которые находились в оккупации, которые могут доказать, что они в это время, во-первых, жили, во-вторых, они были именно в оккупации, не в... как это? Я забыл слово. Быстренько вылетело слово из головы. А именно в оккупации под немцами. То есть тут понятно критерии, которые должны будут доказать. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно я вставлю свои 20 копеек? Ну-ка, нужно, конечно. Вот что я хочу сказать по этому поводу. Рабство – это, конечно, ужасная вещь. И слава Богу, что его убрали, что его сейчас нет. Но как каждое плохое дело, оно имеет и положительную сторону. И почему этим людям, которые выросли в цивилизованной стране, которые предоставлены, большинство из них, потому что многие, у кого есть извилины в голове, воспользовались этой возможностью, могли вырасти вполне полноценными людьми. А они должны радоваться, что они не живут в Африке, благодаря их предкам, которые, да, были рабы, живут в Африке, в которой их же чернокожие братья так мучаются и не имеют нормальной жизни, не имеют нормального государства, не имеют нормальных возможностей жить и становиться людьми. Согласен. Вот почему они не посмотрят и радуются, что им была предоставлена такая возможность? Так вы знаете, о чем, что самое интересное? Вот вы понимаете, насколько демократы вбивают клин между афроамериканским населением и остальными жителями Америки? Вот вы сами подумайте. Да, понимаете? Да. Понимаете, все дело в воспитании. И вот о том, что делают демократы, я прекрасно знаю и вижу. Вы знаете, я работала с одной девочкой черной. И я ей говорю: ух, ты должна гордиться Опрой, смотри, как она выросла, какой она достойный человек, какой она замечательный, как она много делает для людей. Ты должна гордиться. Она говорит: я ее ненавижу. Я говорю: за что? Она говорит: она же живет как белый человек. Вот, видите, дядюшка вот Том, как они их называют. Спасибо. Но я работала среди черных, я работала в большом магазине, там было много, и среди них были как совершенно замечательные люди, с которыми просто было удовольствие общаться. И были, конечно, такие, которые говорили: нет, я ее ненавижу, потому что она живет как белый человек. Да. Все зависит от инвайрмента в стране. Абсолютно. А демократы стараются именно этот environment сделать как можно хуже. Спасибо вам огромное, спасибо. Ну, вот смотрите, интересная вещь, то мысль, которую я вот сейчас попытаюсь развить. Смотрите, насколько интересно, вот если взять рассуждение вот нашей радиослушательницы, да, абсолютно адекватно было сказано, что люди, которые хотели чего-то добиться, они добьются без всяких подачек. Это люди, которые имеют гордость, которые имеют мозги, которые любят трудиться. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, 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 приглушите ваш приемник и говорите. Добрый день. Добрый. Кроме того, что найти потомков рабов, надо ведь еще найти потомков рабовладельцев. Конечно. Иначе какого черта люди, приехавшие из Европы, уже третье поколение здесь, они об этом понятия не имели. Почему они должны своими налогами кому-то что-то платить? Нонсенс. 100%. Спасибо большое. Причем, самое интересное, вот сейчас тоже радиослушатель интересную вещь сказал. Я обожаю разговаривать с нашими радиослушателями, потому что, вот клянусь, во-первых, потому что это люди абсолютно адекватные. Это люди, которые здравомыслящие, люди, которые подают классные идеи.
Вот смотрите, человек приехал к нам из Англии, да, он чернокожий, но он родился и всю жизнь прожил в Англии. Окей? Теперь он там по каким-то, неважно, он женился или он по работе приехал сюда, остался, получил гражданство. Теперь у меня вопрос. Ну и дальше что мы будем делать? Вот он приехал. Он кто? Мы ему должны платить репарации или нет? Ну вот такой вопрос. Ну вот он же тоже чернокожий. Может быть, он тоже был рабом? Ну вот такие вещи, да? Я так, по-моему, в прошлую пятницу кто-то в одной из передач Сережа Зацепина уже был поднят вопрос по репарациям, там вот что мы должны сделать, какие, в каком виде репарации. Ну вот, допустим, у меня идея такая, пожалуйста, я готов платить по репарации черным, но я это вот честно, я готов заплатить в виде билета в одну сторону, то есть их сюда насильно привезли из Африки. Я согласен это принять, я имею в виду эту теорию, эту, этот факт. Значит, я так понимаю, что они не хотели быть здесь, их привезли сюда насильно. И, по-моему, так как я это вижу, я считаю, что, пожалуйста, вы хотите репарацию, значит, мы вам покупаем билет в одну сторону, в любую страну по вашему выбору в Африке, и вы уезжаете туда. Вот это будет честно. То есть, вот, допустим, у меня была машина, да, хорошая, целая, чистенькая, не битая. Кто-то меня ударил. Для того, чтобы меня вернуть в состояние изначально, мне должны эту машину отремонтировать. То есть вернуть меня в состояние, в котором я был до аварии. Так вот, теперь у меня вопрос. Если их сюда привезли насильно, значит, по идее, единственное, что мы должны сделать, это вернуть их туда, откуда они родом приехали. Это вот за это я согласен платить. Пожалуйста. И те, которые на это согласны, пусть становятся в очередь, покупается билет в одну сторону и бай-бай. Это, опять же, мое чистое мнение. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вообще тема, когда ее очень легко опровергнуть. Смотрите, рабовладельство существовало тысячи лет назад, да? Да. То есть оно существовало где-то в Греции, где-то в Греции. Ну да. То есть потомки этих людей, они абсолютно белокожие, как белоснежка. И они могут сегодня требовать репарации, потому что они потомки рабов. Таких людей. Абсолютно. Такие люди все. Абсолютно. То есть единственный народ, который вышел из рабства, насколько я знаю, это тот, о котором написано в Торе или в Библии. Да. Они сказали, мы больше не рабы, мы выходим. Все остальные никогда не заявляли о том, что они уже не рабы. То есть они остались потомками рабов, значит, надо выплачивать все. Причем, вы себе представляете на секундочку, если бы вот этот народ, который 40 лет блуждал по пустыне, если бы мы сегодня предоставили заявку о репарации египтянам. Представляете, где бы мы сегодня были? Так евреи не чувствуют себя рабами, вот в чем разница. Так вы народ, понимаете? Который не говорит, мы рабы. Самое это интересное то, что в основной своей массе и черные не чувствуют себя рабами. Из них делают рабов вот эти же демократы тем, что они пытаются сегодня решить, что нет. Черных нужно поощрять там какими-то денежными вознаграждениями. Никто же, в принципе, этого не просил. Это просто чисто вот такой популистский позыв, который инициирован демократами. И вот это то, о чем я говорил с нашей вот радиослушательницей, что вот демократы сами, ну, я не знаю, понимают они это или нет, но они сами вбивают клин раздора между чернокожим населением и всеми остальными живущими в Америке. Почему? Потому что, ну, как я могу относиться к человеку, который насильно у меня из кармана, у моих детей, из их будущего забирает какую-то часть денег,
для того, чтобы отдать этому человеку, который абсолютно к этим деньгам не имеет никакого отношения. Вот и все. Поэтому спасибо. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день еще раз. Добрый. Анатолий, да. Билет в одну сторону уже был. 1822-25 год. Так. Страна Либерия. Ага, ну да. Американский флаг с одной звездой. Американские негры туда приехали. Да. И все закончилось. Стали брать в рабство местные племена, каннибализм и так далее. Абсолютно. И все пропало. Ну, я вам скажу, может быть, если мы пойдем по пути этой истории, то, может быть, у нас есть надежда, может быть, тоже на какую-то хорошую жизнь. Ну, но это... вряд ли. Да, вряд ли. Да. Согласен. Вряд спасибо. Ли. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А была, по-моему, несколько лет назад белая женщина была замужем за черным мужчиной. У нее белые родители. И она потом развелась с этим мужчиной. И она говорит, я черная, и все, и требовала, чтобы ее записали черной. Вот. И что, мы тоже не будем платить, или что? У меня интересный вопрос. Честное слово, показывали ее на телевизоре, говорит, я хочу быть черной. И требовала меня поменять документы, чтобы она была черная. Вы вообще такое представляете? Нет. Но вы знаете, кстати, интересная опять же ситуация. Значит, муж, жена, да, она белая, он черный. Она с ним разводится и, тем не менее, требует денег по репарации, так как она была замужем за рабом бывшим. Офигеть! Да? Спасибо. То есть, не было бы так все это, было бы это все намного смешнее, если бы не было так грустно. Но, тем не менее, просто хотел вам показать еще один абсурд, на котором настаивают демократы, просто ради интереса. Почему? Потому что я еще не услышал, во-первых, никаких обсуждений по этому поводу. Во-вторых, я не услышал никаких реальных предложений по тому, как это будет делаться, как это будет производиться, откуда это будет все исходить. Никто ни о чем не говорит. Мне это напоминает ситуацию где-то 75-76 года в Советском Союзе. Это когда началась серьезная эмиграция евреев из Советского Союза. И когда, такой в бытности был такой анекдот, где сидят два еврея на лавочке и о чем-то говорят. Подходит третий и говорит, о чем бы вы ни говорили, но ехать надо. Вот здесь происходит то же самое. Я не знаю, о чем вы говорите, но платить черным надо. Понимаете? Абсурд полнейший. И тем не менее, они на этом настаивают. Так вот теперь у меня вопрос. Неужели население чернокожих проголосует за это, а не за тот факт, что сегодня их безработица находится на самом низком уровне, и что те, которые хотят работать, они работают, они зарабатывают деньги, они кормят своих детей, они не сидят на велфере, они не получают вот эти мизерные подачки. Неужели эти люди проголосуют за то, чтобы им дали какую-то лишних 100-150 долларов с барского плеча за то, что они являются людьми, которые никакого отношения не имеют к этим деньгам. Ну, anyway, дорогие друзья, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что слушали. Спасибо за то, что оставались с нами. Сейчас у нас прозвучит рекламная пауза, после которой состоится встреча в бойцовском клубе с Анатолием Задорожным. Спасибо вам всем огромное.